Еще 15 градусов, и можно вполне пить. Быстро, быстро, быстро! Вот так. Два коктейля! Слушай, Вадик, я когда увидел тебя здесь, сразу понял. Вот человек, который умеет жить. Да? Аня, прошу прекратить! Прошу прекратить! Кто бросил машину на пешеходной дорожке? Спокойно, дорогой, спокойно, дорогой. Безобразие, собаку вином напоили. Это что, взятка? При исполнении? Зачем взятка? Ты ее сам уронил. Разве я не две уронил? Ты не две уронил, три уронил. Вот тебе вторая, а вот тебе третья. Как? Вы что, не знаете, Вадим Алексеевич в Москве свою оригинальную фирму держит. Какую? Кладбище. Кладбище? И нет ничего страшного. Приглашаю всех к себе посмотреть памятники. Есть оригинальные. Ура! Я поставлю машину. Как же это? Послушайте, какая-то нелепость. Ну, простите. Ну, поверьте, я не видел.
Добрый день. Извините. Пожалуйста. А это вам. Возмещаю ущерб. Хотели. Что стоите? Проводите меня. Что вы на меня так смотрите? Любуюсь вами. Да, давайте. Вы думаете, что это лесть? Это не лесть. Я говорю то, что я чувствую. Смотрите-ка лучше. Вот туда. О, откуда так много народу, а? Знаете, Вадим, отец как-то рассказывал мне, что был в Крыму знаменитый вор, который никогда в жизни не был на пляже. Знаете почему? Почему? Не мог видеть людей без карманов. Здорово, а? Смешно. Очень. А что, ваш папа юрист? Угу. Большой чин? Большой, небольшой. Прокурор республики. О, какие люди! Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Поздравляю. Проходи. С днем рождения. Спасибо. Слушай, дорогой, почему опаздываешь? Ай-яй-яй, нехорошо, проходи. Вадим, подожди. Штрафнуем, ребята. О. Давайте, наливайте. Закусим, друзья. Ну, ребята, для именинника. Дорогой Аркадий. Ша, девочки, тихо. Дорогой Аркадий, в этот торжественный день принято делать дорогие подарки имениннику. Мы долго думали, что подарить тебе. У тебя, слава богу, все есть. И дача, и машина, и жена, и даже две судимости. Шучу, шучу. Одним словом, все у тебя есть, дорогой Аркадий. И мы решили так. И мы решили подарить тебе самое прекрасное, что есть на земле. Любовь! Прими ее от нас, своих друзей. И будь счастлив в эту прекрасную ночь. Ура! Спасибо! Минуту! Одну минуту! Прошу одну минуту! Друзья, созрел тост за женщину, которая украшает наш стол. Благодарю вас. Вадим Алексеевич, разрешите пригласить вашу даму. Вы прелесть. Можно я вас поцелую? Пожалуйста. Если это вам доставит удовольствие, лично мне никакого. Слушай, дорогой, потанцуй с моей дамой. Я тебя очень прошу. Спасибо, дорогой. Возьми, тебе. Что это?
Прошу, уезжай. Да. Ты тихонько встань и исчезни, понял? А она... Вот как? Пусть останется. Петя! Слушай, дорогой... Он хулиган. Зачем ссориться? Не будем, а? Он хулиган, Петя. Слушай, Ада, у меня прекрасная идея. Давай встретим восход солнца вместе, продолжим вечер. Как, согласна, а? Ко мне нельзя. Ну, Адочка, ну я рядом, как мышка, бочком, вот так. Спасибо за вечер. До завтра. Коля! Давай, опускай! Опускай! Извините, пожалуйста, за беспокойство. Согласно гостиничным правилам, мужчина с мужчиной можно, женщина с женщиной тоже можно, а мужчина с женщиной после 11 не положено. Миль пардон. Кто это был? Администратор. А как я теперь отсюда выйду? Как вошел, так и выйдешь. Тихо. Кто-то прошел в передний. А? Да нет. Тебе показалось, там никого нет. Давай. Я уезжаю. Что-нибудь случилось? Неприятности? Срочно вылетай. Папа заболел. Ну, чем? Чем ты можешь сейчас помочь своему отцу? Чем? Это просто даже глупо взять и сорваться. Все равно у меня кончается отпуск. У меня целая неделя. А что, если мы поедем вместе? В конце концов. Отпуск можно добить прекрасно в Москве. Такой винт можно закрутить. Чертям станет тошно. Слушай, давай сдавай билет и едем вместе. Машиной.
Ну вот и приехали. Здравствуйте. Алло. Пинчукова, пожалуйста. Пинчуков слушает. Привет. Петр Романович, это я. Фуфачев? Откуда ты? Из Ялты. Из Ялты? Ну как там? Отлично. А у вас как? А у нас тоже ничего. Да? Меня там кто спрашивал? Спрашивал. Слушай, тебе тут из прокуратуры звонили. Да? А что им нужно было? Да нет, ничего. Просто спросили. А что ты сказал? А я сказал, что ты в отпуске. Правильно. Значит так, я через неделю буду. Увидимся. Я тебя жду через неделю. Ну, давай. Ну, что ты психуешь? Что ты психуешь? Какой-то идиот пошутил, налепил тебе на двери бумажку. А ты уже, извини, уже полные штаны страху. А это что? Тоже идиот пошутил? Что это такое? Вызов прокуратуру? Можешь узнать, зачем тебя вызывают? Зачем? Для вручения почетной грамоты за кристальную честность. При дележке ворованного социмущества. Ну, что ты шлепаешь глазами? Конечно, я могу пойти узнать. Пойди узнай. Ты Алика помнишь? Из Мосмебельторга. Шкаф, красавец. Тоже пошел узнать. Еще в прошлом году. До сих пор не вышел. Кто-нибудь знает, что ты в Москве? Нет. Дай-ка сюда повестку. Спокойно. Не получал. Как? Гуляешь на юге, а в вызове не имеешь никакого понятия. А дальше? А дальше? Дальше до конца отпуска у тебя еще неделя. Да. Никакой паники. Ты помнишь, в каком дерьме я сам болтыхался? Ничего, живу. Пенсию получаю.
За перестройкой вот слежу. Ну, в общем, так. Ты же мне друг. Я тебя не брошу. Сегодня же кое с кем поговорю. Думаю, что завтра все будет ясно. Брось, брось, оставь. А может, я у тебя это перекантуюсь? Ну, конечно, пожалуйста, дорогой. Лучше не надо. И если будешь звонить, лучше не называйся. Да? Вообще верно. Верно. Документы. Доброй ночи. Так. Ну, все в порядке. Ну, что же это вы, гражданин Фуфачев, нарушаете? Здесь же водохранилище. Товарищ Трушин, закрытая зона. Не обратил внимания. Простите. Ничего. Что, совсем? Дело затеяла областная прокуратура. Так. А у меня там никаких концов. Ну, хоть что шьют-то? Ну, говорю тебе, нет концов. Намекнули так вроде. Угу. По старым грехам. Угу. Я так и знал. Я так и знал. Главное, я соскочил вроде бы вовремя. Все концы утопил. А поди ж ты. Ну, ты же меня знаешь, Гриш. Голубчик, Гриш, помоги. Я ради такого дела расстараюсь. Наизнанку вывернусь. Ни перед чем не постою. Гриш. Ну, было бы кому дать. Помоги. Ох. Я ума не приложу. А у тебя-то у самого никого нет? Нет. Ни в областной, ни в районе? Нет, нет, нет. Никого. Да, худо, брат. Есть. Маленький конечек. Ты? Ну, заходи. Никогда не пользуйся таким одеколоном. Это гвардейский. Ты что, еще дома не был? Нет. Сейчас я тебе все расскажу. И что ты думаешь, они могут тебя арестовать? Мало у нас невинных пострадало. Слушай, а может, ты специально все это выдумал? То есть как-то специально? Ну, чтобы остаться на ночь. Ну и мозги у вас, у женщин. Ну, ладно, ладно. Но если тебя ищут, значит, могут прийти и сюда. Да. Хороши дела. Погоди. Сядь. Нет, я поехал. Сядь, сядь, пожалуйста. Люсенька, привет, добрый вечер, это я. Скажи, пожалуйста, та комната, помнишь? Ну, еще свободна? Нет, для приятеля на пару дней. Нет. Гостиница?
Нет, нет, гостиница нам не годится. Но спасибо, пока, перезвоню. Чао. Ну что, бандит, поживешь пока у меня. Знаешь, начинает даже нравиться. Романтично, беглец. Давай лучше отметим, как-никак наше первое свидание после юга. Только знаешь, ничего спиртного у меня в доме нет. А у меня есть. Ну и хорошо. А что с папой? В Кремлевке до сих пор на обследовании. Послушай, ты не могла бы у него справиться? Справиться? Да. О чем? О моих делах. Нет. Нет, да что ты, даже не заикайся. Не спишь? Да какой там? Ни в одном глазу. Ой. Вадик, я вот что подумала. Ко мне тут один тип давно клеится. Раньше у папы работал, а сейчас при министерстве устроился референтом. Мне он не нравится, скользкий какой-то. Говорят, даже взятки берет. Говорят? Или точно берет? Точно. За руку ж не поймали. А вот то, что он Люськиного брата из бутырки вытащил, факт. И то, что Люська после этого дачу продала, а мне говорит, что сидит без копейки, тоже факт. А где деньги-то, если дачу продала? Кто он, ты говоришь? Кто? Олег Евгеньевич? Да. Референт? Слушай, ты познакомь меня, сведи как-нибудь в кабаке. Вроде бы нечаянно. Или нет? Поговори с ним. Сначала сама. Хочет говорить с тобой наедине. Здравствуйте. Фуфачев Вадим Алексеевич. Ага. Я вас вот о чем попрошу. Мне нужны ваши реквизиты. Адрес, место работы, прочее. С собой? Да. Прекрасно. А повестка? Ой, кажется, я ее потерял. Что? Потеряли? Да, потерял. Ну, как же вы так? Но хоть помните, из какой прокуратуры? Нет, нет. Ну, ладно. Я это выясню сам. О встрече вам сообщит Ада Никитична. Ни в милицию, ни в прокуратуру ни в коем случае. Родственников не навещайте, вас могут ждать и там. Ну, вот пока и все. До свидания. Олег Евгеньевич, я вам чем-то обязан. Вы имеете в виду мой гонорар? Нет. Как в пословице. Прежде чем лезть в воду, не лучше ли договориться на бережку? Мудро. Но прежде я должен буду выяснить, по какой статье и в каком масштабе вы нашалили. Если дело пустяшное, из уважения к Аде Никитичне, обменяемся комсомольским рукопожатием. Угу. А если вы изволили нашалить до высшей меры, я за это дело вообще не возьмусь. До свидания. А в смысле аванса? А мне сказали, что вы человек крупный. Олег Евгеньевич, а как увидимся? Все через Аду Никитичну. Очень прошу вас. Сами меня не ищите. Здравия желаем, Петр Романович. А, ты давно приехал? Работаешь? Молодец. Да. Проходи, проходи. Я к тебе на минутку. Угу. Ну вот, держи. Так. Угу. Увольняешься? По-собственному. Ты же сам сказал, что из прокуратуры звонили.
Так что, если еще раз позвонят, скажи, что давно уволился. В общем, я там заявление задним числом написал. А за что прикусили-то? Привет. Здрасте. Здорово. Не по нашим делам? Не-не-не, так, пустяки. Ой, чтоб не сглазить. Тво-тво-тво-тво. Ты постучи. Ага. По дереву. Ага. Ну ладно, бывай. Прощайте, мои камешки. Я побежал. Вадик! 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 Вадик, скажи, честно, не по-нашему. Ну, дети ведь. Если что, я ведь тоже по-собственному, Вадик. Да ты не психуй. Петр Романович, если что было бы, неужели бы я не предупредил? Ну? Да, да. Вадик! Ну, давай, 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 давай. Какой-то тип. Не беспокойтесь, это мой человек. Изучил ваш вопрос. И скажу откровенно, почему вас не взяли раньше, для меня остается загадкой. Только прямых хищений около 2 миллионов. Ну и фантазия у вас, Олег Евгеньевич. Разве? Вот только несколько эпизодов. Еще работая в конторе, за год скот. В 86-м году вы закупили около 7000 голов крупного рогатого. А на бойню сдали. Не по головам, а по весу. И не сразу. А через месяц, а это значит, что за месяц умышленной задержки ваши буренки нагуляли дополнительный вес. Из коего 300 тонн вы пустили налево и положили в карман около 1 миллиона. И это на одной только операции. Вы с ума сошли? Нет, я, разумеется, не настаиваю, что весь миллион вы хапнули один. За это ваши дружки-сообщники вас бы за яички подвесили. Но ваша-то доля кусков 300-400 потянет. Нет? Ладно, следствие покажет. Еще эпизод. Хищение шифера. Вы меня на храп не берите. Это еще доказать надо. Давайте о деле. Сколько? А я исключительно по делу, Вадим Алексеевич. Исключительно по делу. Я же предупреждал вас, что я человек серьезный, и учреждение, которое я представляю, не будем об этом говорить, тоже чрезвычайно серьезное. Вот вы в прошлый раз заявили неприятности с прокуратурой, готов на издержки. Назовите цену, так? Да так. А в переводе на русский это значит, что перед угрозой суда, актом, так сказать, социального искупления, вы не только не очистились мысленно, но готовы совершить новое тяжкое преступление. Дать мне должностному лицу взятку и похерить дело. А известно ли вам, что времена-то не те? И взятки сейчас, увы, не берут. Я имею в виду мелкие взятки. Относительно крупных вопрос пока окончательно не решен. Ну, как я могу назвать, ну, цену, что ли, вашего очищения, если не знаю, в какое, извините, дерьмо вместе с вами влезаю?
Тот факт, что вы друг Ады, конечно, кое-что значит. Скажите, а вы действительно только друг? Или... А? Вы отвлекаетесь. Олег Евгеньевич, разрешите? Спасибо. Вот, Вадим Алексеевич, ничего я раньше о вас не знал. Поэтому и сказать ничего не мог. А теперь знаю. Ну, раз знаете, так что скажете? Что вы вор, Вадим Алексеевич. Да что вы вертитесь? Кому вы здесь интересны? Ему? Или ему? Он тоже вор. И шикарная дама рядом с ним. Просто 100-рублевое животное, взятое на прокат. Хотите пари? Я хочу знать только одно. Сколько стоят ваши услуги? И чтобы не торговаться, даю 5000 наличными. 500. 500? Всего? 1000. Всего-навсего. Причем половина вперед. Ну ладно. Считайте, что встретились, анекдоты потравили, девочек глазами пощупали. Ну надо же, 500 000. А вы что же хотели, Министерство юстиции за 0,5 литра купить? Но не за 500 000 же. Да. Я начинаю думать, что ваша жизнь действительно не стоит таких денег. Сколько стоит моя жизнь, вам не сосчитать. Да? Может, я еще и продешевил? Веселый вы человек. Вы знаете, я даже и не знал, что в прокуратуре такие юмористы работают. Наши юмористы, гражданин Фуфачев, час назад в Верховном суде хищнику вроде вас смертный приговор подписали. Ну что, договорились? Олег Евгеньевич, обижаете. За свой ужин я привык платить сам. А на размышление день. Деньги с вами? Да. Олег Евгеньевич. Здесь половина. Как договаривались? На всякий случай постойте, пожалуйста. Угу. Пересчитывать не надо. За кого вы меня принимаете? А чего вы ухмыляетесь-то? Вы, небось, думаете, что облагодетельствовали меня? А я скажу честно, презираю вас. Вы для меня как были, так навсегда и останетесь паразитом, сосущим кровь из нашего больного, отравленного застойными явлениями общества. Говорю это не только потому, что я представитель закона, и вы мне омерзительны, так сказать, по долгу службы. Что, не ожидали услышать такое? Политику, вижу, не ожидали. Общение с вами я воспринимаю как насилие над своим человеческим достоинством.
Скажу честно, я себя тоже ненавижу. Вольно или невольно, я утверждаю вас в могуществе ваших паршивых денег. Вот, мол, смотрите, все продается, все покупается. Да что вы так распалились-то? Дело обыкновенное, житейское. Нет, не будем обманывать себя. Дело грязное. Я искренне желаю, если вам удастся с моей помощью выпутаться, не воруйте больше. Есть более высокая цель, чем книжка на предъявителя. Чистая совесть. Я пошел. Кстати, не забудьте приготовить на завтра вторую половину денег. Алло? Вадим Алексеевич. Тебя. Срочно нужна вторая половина. Вы меня поняли? Так. Значит, он взял. Не забывайте, что мы разговариваем по телефону. Завтра ровно в 2 я у вас. Понял. Я буду. Хорошо. Вызови такси. Ты куда? В банк. 3 часа ночи. Ну. Надо. Алло. Куда едем? На кладбище. Куда? На Рогожское кладбище. Зачем? Ну как зачем? За деньгами. Поехали, а то не дадут. Понятно. Здрасте. Здравствуйте. Проходите. А я к вам от Олега Евгеньевича. А, но он собирался сам быть. Он меня послал. Так надо. Но... Это ему неудобно. Понятно. Ну что ж, вот здесь как договаривались. До свидания. До свидания. Кто это был? А все-таки дорого стоят наши законы. Не всем они родимые по карману. У меня предложение, подружка, устроить по этому поводу сегодня.
праздник. А? Ага. Я открою. Добрый день. Как? Ровно два. У вас все готово? Ну, вы, наверное, с ним разминулись. Не понимаю. Ну, только что был ваш, ну, от вас. Он сказал, и я ему все отдал. Да. Я никого не присылал. Как? Не думал я, Вадим Алексеевич, что вы способны на подобную шутку. Какие шутки? Олег Евгеньевич, я, собственно... Я не могу понять, что происходит. Ты можешь мне сказать, что происходит? Он не посылал за деньгами. Он говорит, что никого не посылал. Ты понимаешь? Я копейки складывал. 20 лет. Рисковал. Во всем себе отказывал. Отец меня проклял. Мать отреклась. Жена сбежала. А он так простенько, видишь, не посылал. Он моих денег не получил. Он говорит, что никого ко мне не посылал. Ты что можешь сказать, что происходит? Выключи свою фигурку! Фигурку выключи свою! Не сходи с ума. Они действительно могли разминуться. Что? Как разминуться? Как разминуться? Что ты говоришь? Что ты дура, идиотка! Белёсая тварь! Как это разминуться? Когда он говорит, что никого никуда не посылал. Он сам пришел. Не разберусь. Я его найду. Поехали. Одевайся. А теперь послушай меня. Я никуда с тобой не поеду. И ничего больше знать о ваших грязных делах я не желаю. А во-вторых, пошел вон. Здесь. Ну чего? Вот. Ты поезжай домой на такси, а я сам разберусь. Вам кого? Че надо? Олег Евгеньевич, якийсь гражданин до вас. Пригласи. Ну, что у вас еще? Как-то что? Как это еще, Олег Евгеньевич? Я отдал деньги. Я хочу знать. Вадим Алексеевич, я не терплю дурацких шуток. Я разговаривал с человеком,
да, который якобы был у вас. Да, да. Он сказал, что даже не знает, где вы живете. Что? Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич, голубчик, Олег Евгеньевич. Ну что ж, Олег Евгеньевич. Давайте разберемся. Олег Евгеньевич. Идите, идите. Олег Евгеньевич. Никаких разговоров, отвечайте только на вопросы. Вы были у него сегодня на квартире? Да я же вам 100 раз уже говорил. Даже не знаю, где он живет. Но я его дрянь достану. Я ему покажу, как на меня наговаривать. Тихо. Олег Евгеньевич, я при вас 3 года уже. Было хоть раз, чтобы схитрил? Было? Вы слышали? Олег Евгеньевич, дорогой, да вы подумайте сами. Зачем мне ломать комедию, когда моя свобода, жизнь в ваших руках? Просто с ума сойдешь. Он! Он был у меня! Врешь, сволочь! Ну, врешь! Замолчите! Николай, вы подвозили его сегодня? Подвозил. Деньги видели? Видел. Он из кейса доставал, дал мне 2 Кати. Что-что? 200 рублей он из кейса достал. Там много было. Я думал, он вам вез. Ну, чё ты лепишь, Челдон? Чё ты лепишь? Чего? Ну, ты же врёшь всё! Да всё ж ты врёшь! А что, неправда, что ли? Ты хочешь, чтобы я за тебя отвечал? Держи ему руки! Вадим Алексеевич, берите к машине. Идите, идите. Я всегда служил! Преданно и честно! Ну? Честно и преданно, говоришь? Ай, дьявольщина. Идите к своей машине. Идите. Дай руку. Кончайте его. Отключались куда-нибудь? Нет. Садитесь в машину. Отвезете меня в город. Thank you.
Спасибо. Отсюда я сам. Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич, а как дальше-то? А никак. Как? Вопрос закрыт. Неужели вы подумали, что я деньги не отдал? Я не думаю. Себя? Олег Евгеньевич, ну, неужели вы подумали, что я... Но поймите меня правильно. Неужели вы полагаете, что вместо денег я отправлю туда объяснительную записку? Извините, мол, денежки тю-тю, так что прощайте. Олег Евгеньевич, ради бога, вы понимаете, поймите, ну куда же мне? Я просто пропал. У вас двухкопеечной монеты не найдется? Я понимаю, что деньги исчезли, но... Спасибо. Петля-то осталась. Еще 1050 найдете? Я... Машина, у меня мебель, потом картины, ковры. Олег Евгеньевич, мне бы, чтобы снять. Печать с двери? Снять, печать. И я бы тогда за два дня с деньгами прокрутился, а там по краям. Ну, я прошу. Хорошо. Я попробую. Но учтите, если что. Нет, Олег Евгеньевич, я... Неужели вы можете подумать даже? Да вы для меня столько сделали. Я для вас... Я для вас лично такой памятник отгрохаю. Залюбуешься. Хорошо, хорошо, спасибо. Какой памятник? Ну, вы же знаете, я по надроби на кладбище работаю. Простите, нет, простите, мне, пожалуйста. Простите, я... Идиот. Нет, я бесплатно. Просто... Просто за свой счет. Езжайте домой. Завтра я что-нибудь придумаю. Езжайте, езжайте. Простите. Езжайте. Ну вот, видишь, Олег Евгеньевич сдержал свое слово. Я тебе очень благодарен. Заявление по собственному желанию порви. Да. Отпуск отгулял, завтра выхожу на работу. Нет. Да. С прокуратурой? Все уладил. Да. Насчет тебя ни слова. Так что можешь спать спокойно, дорогой товарищ. Ну как, Олег Евгеньевич, похож? А вы, Вадим Алексеевич, оказывается, еще и мелкий несун. Какой мелкий, Олег Евгеньевич? Тут 1,5 тонны. Да. Пожалуйста. Как договорились? Здесь все. Сами видите. Да, Вадим Алексеевич, дорого обошлись вам ваши шалости с государством. Олег Евгеньевич, дорогой голубчик вы мой, свобода дороже. А что такое деньги? Они же ведь дело наживное. Да, кстати, Олег Евгеньевич, если с моими дружками что случится, вы знаете, с кем не бывает, могу я к вам по старой памяти обратиться? Вы опять за свое? Ох, Вадим Алексеевич, Вадим Алексеевич. Нет, поймите, между нами говоря, Олег Евгеньевич, половина моих дружков под топором ходит.
Я вам на них тук-тук, а вы мне мою долю. Такой бизнес можно развернуть. Вы неисправимы. Прощайте. Почему же прощайте? Я думаю, что до свидания. Поздравляю, Чибис, с освобождением. Спасибо, гражданин начальник, спасибо. Только я теперь не Чибис. Чибис здесь остался. Иван Петрович, то же самое он мне после первой ситки говорил. Ну, погорячился, малость, погорячился. Теперь все, решил окончательно, завязываю. Ну, в таком случае могу помочь с трудоустройством. Для начала, 200 рэ тебе хватит? Ну, а вот, однако. Мало, да. Зато честные. Что ж такое? У вас как честные, так мало. Спасибо, отдохну пока. Ты что ж за 3 года так и не отдохнул? Или у тебя на этот счет своя теория? Теория? Теория штука смешная. По теории нашему народу давно пора в сортир отправляться. А на практике мы еще не пожрали как следует. Ну, ладно. Идем, Иванушка. Посмотри, какой у нас папка. Сильный, большой. Вон какой у нас папка. Иван, значит, редкое имя. Сейчас на Руси все больше Арнольды. А ты у нас, значит, Ванька. Ничего. Подрастешь, Ванька, будут тебя Иваном Олеговичем называть. Нравится тебе Иван Олегович? У тебя деньги есть? Что? Деньги. Да, есть сейчас. Позавчера зарплата была. Вот. Это все? До зарплаты дотянешь? Да что ты, бери-бери, я ничего, у соседки должу. На книжку-то откладывать не получается. Мы по 110 вдвоем крутимся. Ты что, уходишь уже? Алло? Алло, кто это? Это я. Алло, кто это говорит?
Привет тебе от гражданина Бутырского. Чибис, это ты? Ты из Бутырок? Гриш, я зайду к тебе. Проходи. Выпьешь? Нет, нет, нет. Правительство запрещает пьянствовать. Даже когда на свободу провожали, тоже не советовали. Гриша, ну? Я к тебе по делу. Ну, погоди. Хоть чай поставлю. Если они тебе все запрещают, то чаю выпьешь. Так, интересно. Не успел выйти, а уже у тебя ко мне дело есть. Да, не важнец у нас в тюрьмах с воспитательной работой. Гриша, мне 40 лет. А, как говорится, еще ничего не сделано для бессмертия. За хребтом две ситки, ни семьи, ни дома. Завязать решил? Мне нужен удар. Последний. Мощный удар. Что хватило надолго. Аж до самого коммунизма. Да, тебе много надо. Много. А потом одно. Все. Дом, огородик. Цветочками торговать. Зарекалась свинья. Гриша. Я 3 года думал. Я 3 года решал. На пересылке в Крестах сошелся с одним фраером. За контрабанду сидит. Сидит, парится. Иконками торговал. Так вот этот фраерок на водку дал мне. Есть на Руси город Коровин, городок Ту. 6 ментов. И музей. А в музее том, Гриша. Дурак твой фраер, потому и парится. И сколько раз я вам говорил, сколько раз не играйте вы с государством в азартные игры. Частный сектор. Вот это наш клиент. Сукин сын с миллионами. Вот это наш. Садись. Селедочка, сырочек, извини. Сухарики. Прости, хлеба не покупаем. Ты говоришь, есть у тебя клиенты? Есть. Есть у меня клиент. Шустрил я с ним когда-то по за год сырью. По моим подсчетам, у него в чулке, ну, 0,5 лимона наверняка. Меня он знает, мне верит. На меня грешить не станет, а если даже заподозрит что-нибудь, в милицию не пойдет. Так что дело верное. А главное, без пожара. И ты мне его просто так, за даром сдаешь? Это как это за даром? Где ты сейчас что возьмешь за даром? Отстегнешь 20%. Ладно, рисуй схему. Схема простая. Припугнешь, потом фортку откроешь. Поверит, рубаху снимет. А если не поверит, тут факты нужны, Гриш, тут в десятку лепить надо. Поверит, поверит. У меня этих фактов лет на 10 строгого режима. Ну, припугнем, ну, сорвем с него кусков 5, и все. А это смотря под кого брать будешь. Если под районного следователя, тогда 5 кусков много. А если под министра,
Тут и миллион спросить не грех. Ха-ха! Под министра. Ты что, газеты не читаешь? Читаю, Гриш, читаю. Оттого и знаю. Те, кто хапали, давно отстреляли. Ты думаешь, пальнули двух-трех, и Россия в порядке? Да с этой перестройкой, гласностью, тут министры даже стали бояться. Нет, Гриш, под министра брать не поверят. Еще поверят, еще наше время. 20 лет в ноздрю тыкали, не подмажешь, не поедешь, и вдруг сразу все кончилось. Кто же в это поверит? Психология, брат, она, знаешь, не только товарищам экономистам, ее и нашему брату полезно знать. Но времечко это сладкое проходит. Так что дельце, которое я тебе даю, очень может быть, что последнее перед лицом этой самой гласности. Ладно. А может, ты и прав. Дам я тебе наводку, с людьми помогу. И дам я тебе в помощницы очаровательную девушку. Одну минутку. Алло. А, да, это я. О, Гриш, привет. Слушай. Надо быстренько слетать на юг. Срочное дело. И сколько времени это займет? Неделю-две. А что сказать на работе? Ну, что за проблема? Возьмешь отпуск за свой счет. Кто придет-то? Молодой красавец. Я тебе говорил о нем. Ну, хорошо. Хорошо. Буду дома ждать. Одна живете? Сегодня одна. Присаживайтесь. Не возражаете, если мы сразу перейдем на ты? Пожалуйста, мне все равно. Выпить хочешь? Вообще-то на работе я не пью. А что это? Скотч виски. Со льдом? Обойдется. А вот я хороший набор. У меня хорошие мужчины. Догадываюсь. И какие тебе больше нравятся? Слушай, Чибис, для меня все мужчины хороши, кроме малооплачиваемых. Ага. Мне будет трудно с тобой. Гриша тебе сказал, откуда я? Откуда ты вышел? А что еще он тебе сказал? А? Ну, сказал, что будешь 2 недели моим начальником. Так. Ты чего? Как начальник, я должен близко знать своих подчиненных. Слушай, ты случайно родился не 7-месячным? С чего ты взяла? А? Ты так торопишься. Не понял. Надень, надень. Здесь не баня. Да ладно тебе. Я тебе не девочка для мелких радостей. А для бывших каторжников у нас есть вокзалы. Могу одолжить 5-ку. Ладно. Тогда одели. В Ялту я лечу первым. Море холодное? А честно говоря, я ни разу не искупался еще. Только вчера вечером отыскал его. Ну и как он, резвится? Ну, что-то у них тут целая компания подобралась. Девочки. Шампанское, пыль столбом. А, в правом углу бассейн.
Да, Гриш, все идет как по маслу. Угу. Он у нее на крючке. Гриша, Гриш, вышли денег на оперативные расходы. Сегодня это было как Мэри Поппинс. Этот идиот, по-моему, совсем рехнулся. Духота. Умираю, дай сигарету. В конце концов, целую неделю великолепно можно провести в Москве. Такой винт можно закрутить, чертям станет тошно. Печатка готова? Липа же. Липа, липа, липа. Прунт скошен. На внешней стороне две лишние риски. Буква Т там с левым наклоном. Ленишься, дорогой? Нормально, сойдет. Сойдет? Мы 70 лет говорим себе сойдет. И в конце концов докатились до того, чтобы презервативы делаем с дырками. И чтобы спастись от этой халтуры, нам потребовалась перестройка. Сойдет. Ну, что ты раскудахтался ты? Че ты от меня хочешь-то? Я хочу, чтобы наша липовая печать была самой лучшей печатью во всей прокуратуре. Я хочу, чтобы ты, как весь наш народ, боролся за качество. Я хочу, чтобы, если нас накроют, я не краснил от этой халтуры. Ну, в общем, так. Ты мне друг, я тебя не брошу. Сегодня кое с кем поговорю, завтра же все станет ясно. Давай до завтра. Будь здоров, не волнуйся. Клюнула пташка. Спешим, клюнула. Спешим, спешим. Вот тебе телефон. Позвони ему на работу. Пинчугов. Добрый день. Это мастерская ритуальных услуг? Да, я слушаю вас. Пожалуйста, мисс Места. Приятного аппетита. Здрасте. Ну и цены у вас.
Что, нормальный? Кооперативный. Бифштекс по-магаданский, 5,60. Он у вас из золотого песка, что ли? Чибис, ты? А говорили? Ладно, за жизнь поговорим потом. Заработать хочешь? Смотря на чем. На фуфу. А сколько там корячится? Если постараешься, на туристическую путевку в Биробиджан заработаешь. Извини, за границу не езжу. Ладно. 10 кусков за 2 недели тебя устроит? Где я найду тебя? Живут современные советские подпольные миллионеры? А ты что хочешь? Чтобы я по тюремной справке в Гранд-отель прописался? Вам передача, Григория Матвеевича. Клюет, голубчика, а? Хочешь встретиться? Завтра в 6. Представлю тебя референтом министра, бывшим помощником моего папы. Голубшник, цып-цып-цып-цып-цып. Хорошо. Клюет, клюет рыбка. А когда он тебе сказал об этом? Сегодня ночью. А ты что, с ним спишь? А что? Ты с ним? А что? Ну, я думаю. Слушай, а у тебя действительно есть папа? С меня хватает и мамы. Так не забудьте, завтра в 6 на Суворовском бульваре. Старик, до метро Кропоткинской. Ну, минут 10 там подождешь. Устроит? Годится. Привет, референт. Ну, как он? Как боевой конь. Рвется в бой. Да? Сейчас я его стреножу. Фуфачев. Вадим Алексеевич. Лед тронулся, как говорил наш духовный папаша Осип Бендер. Я уже референт министра. Срочно нужен министр. А что, это правда, что ты потребовал с Вадима Алексеевича пол лимона? А что? Мало. Играть так играть. Пока тепленький, пока толстенький, заберу все. До кальсон включительно. Дурак ты, Чибис. Нельзя оставлять человека голым. Когда человек голый, он опасный. А что происходит в всей революции? Революции бывают, когда в государстве много голых людей. Извини, я сейчас. Ну? Климентовка, это где такая? Это километров 40 поминки. Дача, сад, 30 соток, собственный колодец. Подвал есть? Нет. Дача нужна для работы, а не для феодальных утех. Ищи с подвалом. Что с командой? Есть, чувачки. Надо, чтобы ты сам посмотрел. Вон они топчутся.
отрезанный. Судимость есть? Есть. Сколько? 4 ходки. А у тебя? У этого нет. Пока. Кликуха? Нет. Ни судимости, ни кликухи. И с такой характеристикой ты мне его прилагаешь? А рожа? Тебя беру. А ты? Мне нужны люди заслуженные. Люди? А я что, не человек? Человек? Знаешь, что такое человек? Человек — это обезьяна плюс упорный труд. Труд надо уважать. И ценить, и любить добро, особенно чужое. У тебя сколько лет? 12. На кругляк? Ага. Вот видишь, небось еще и 30 нет, а уже 4 заслуженные ходки. А ты пока обезьяна. На. Ладно. Беру тебя на полставки. Челдон. Дурачок ты, Олежка. Ты ищешь Качалова, а тебе нужен актер, обыкновенный актер. Нет, Гришенька, мне нужен не просто актер, мне нужен хороший актер, чтобы сыграл, как в Амхате. В Амхате уже давно так не играют, как тебе нужно. Завалишься. Пойдем, я тебе покажу, кто тебе нужен. Пиво к этому столу. О, вот это мастер, да. Сюда прошу. Угощайтесь. Могу я, братец, все могу. О чем, собственно, речь? Какая роль, я спрашиваю? Министра. 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 Министра, министра, министра. А что? Масштабно. Вельможа. Государственный иерарх. И при этом сын доярки и колхозного сторожа. Теща. Член партии с 17-го года, а сын вообще, черт знает что, бездельник, эгоист, потлатый болван. Какая смесь, а? Смесь великого и низкого, бессилия и власти. Помните у Мерсье? Министр – это человек, за которым нужно носить почтительно ночной горшок, пока он занимает свой пост. И опрокинуть этот горшок ему на голову, когда его снимают. Нет. Это надо все осмыслить. И переплавить в себе, в себя. Иначе это не искусство, а халтура. Но я думаю, такой глубины образа не потребуется. А ты, собственно, кто такой? Из какого театра? Я? Да. Так сказать, приватно. То есть как это приватно? Ну, не маешь? Ты? Меня? Ну, да. Ты что, сравниваешь меня с прислугой актера? 200 рублей без вычетов. Шалван. Хорошо, 300. Шалван! 400. Я не на привозе, я не торгую. Ну, хорошо, 500. Не выводи. Могу и ушибить. Тихо, тихо. Идиот. Ну что, ну, не умеешь разговаривать? Артист — это ребенок. Большой ребенок с ушибленным самолюбием. Его еще в ГИТИСе запихнули в шкуру короля Лира. Вот этим королем и бегает. Всю жизнь на плавленных сырках. Старею. Не тот стал пузырь, не тот. Раньше до 30 кружек держал, а теперь и половины не держит.
Так что ты нам насчет Рольки вякал? Ты Цатре говоришь? Это что же, по-вашему, именно так выглядят министры? Не беспокойтесь, мастер. Все будет окей. Минутку. Слушай, командир, сделай доброе дело, а? Подвези батю к Министерству юстиции. У них там встреча ветеранов ГПУ. Да ты что? Я же рядом. 100 шагов за угол. Ну, шиком хочет. Ну, минутное же дело. У вас. Алло, Пахомов. Ну как там, хозяин не спрашивал? Угу. Ты слушай, я в случае чего скажи, отъехал на заправку, ладно? Угу. Оп. Ну где твой ветеран? Место министра, конечно, сзади. Но наши министры этого не знают. Значит, шеф, подашь к подъезду ровно в 10. Это я оставлю тебя. Надолго? На пару минут. Ну ладно. Твою мать. Прошу без мата, не забывайте, вы министр. А вы думаете, министры не матерятся? А мы правильно идем? Правильно, правильно. А... Что, что, что? А для кого я, собственно, играю? Да не крути ты башкой, Станиславский. Нет, но я не вижу здесь никакой публики. Еще раз откроешь пасть, урежу гонорар. Понял. Товарищ министр, я буду у вас через полчаса. Хорошо. Прошу вас не опаздывать. Конечно. А... Ну как? Все в порядке? Лучше, чем в Амхате. Здесь 500. Если что, я всегда в бильярдной. К тебе. Это твоя. Побудем. Набери-ка Фуфачева. Да. Срочно нужна вторая половина. Значит, он взял? Никто ничего не взял. Не забывайте, что мы разговариваем по телефону. Ведь я звоню с работы, из министерства. Завтра в 3 я должен передать все бумаги. Вы меня поняли? Значит, ровно в 2 я у вас на квартире. Спокойной ночи. Раздевать будем так. Без 5:02 зайдешь ты. А потом зайду я. Ты меня понял? Все готово? Вы, наверное, с ним разминулись.
Не понимаю. Как же? Только что был ваш. Ну, сказал, что от вас. Я отдал ему все. Я никого не присылал. Как? Теперь куда? Рули на дачу. Ну, где твои помощники? А какие у тебя 20-то? Это что еще за Монте-Карло? А это что еще такое? Это чье? Я спрашиваю, чье? Наша. Сколько они тебе должны? Я по любви. По любви это сколько? Червонец два? Ты че орешь, козел? Видала я таких. Вали отсюда. А вы что, зенки вылупили по местам? Бордель на работе устроили. Ты что, выпил? Чего? Да Руси выпить нельзя. Выпить? Ты что, в научно-исследовательском, чтобы на работе пить? Еще раз замечу, я тебе харю набью и денег не дам. Понял? Ладно, денег не дам. Вадим Алексеевич, идите к машине. Идите. Ну, где деньги? Давай рубашку. Быстро. Кетчуп. Кетчуп давай. Кровь. Быстрее. Резанный! Резанный! На улицу посмотри. Погромче, Ари, не умирайте. Еще кровь. Лопату убери, Косяк. Давай, рука. Тихо. Быстро. Может, что, Артур? Ты что хочешь, в натуре шлеп? Хватит базарить, стреляй. Так, тихо. Не суетитесь так. Держи. Еще 1050 найдете? Спишь? Поздравь, закончили. Еду снимать с его норки печати. Передай ему, звонил мол Олег Евгеньевич и сказал, материал из прокуратуры изъят и сдан в архив. Пусть топает к себе домой и ворует дальше. А хочешь, завтра зайдем к нему вместе, возьмем деньги и на отдых в Сочи. Беру тебя на полный пансион. Ну, две недельки побудешь моей женой. А тебе не кажется, что по нынешним временам две недели слишком долгий брак? Ну, ладно, я подумаю. Чао. Что это? Это последний акт трагедии. Снимите шляпку, мадам. Вы присутствуете при банкротстве миллионера в рамках развитого социализма. Вот, пожалуйста. Гриша,
Он только что поднялся к нему. Подожди, он возвращается. Перезвоню позже. На лесную. Все. Поехали за ними. Гриш, ты отдашь его 20%? Перебьется. На морковные котлеты ему и пенсии хватит. Подожди. Откуда знаешь про 20%? Сам говорил. Врешь. Врешь, киска, я тебе про это не говорил. Так, приехали. Жду тебя в аэровокзале. Рейс Москва-Адлер. 20:00. И не опаздывай. Буду ждать тебя у киоска. Ну, пока. А сейчас куда? Нет, Леночка Борзова. Уезжаю в командировку. Спасибо, ты какой, господи. На, возьми. Что это? Зачем? Ну, я же брал у тебя. Теперь возвращаю. А тебе-то самому? Бери, бери. А нам с Иванушкой хватит, Иванушка, правда, нам хватит? Бери. Я тут подзаработал немного. Ой, сейчас, подожди. Я... Слушай, у меня сдачи с такой денежки нет. Да не надо, оставь себе. Спасибо. А можно я ему что-нибудь от тебя куплю подарок? Конечно. Ну, Ванька, давай прощаться. Иди ко мне. Ну-ка, обними меня, крепко обними. Вот так. Ох, мужик, силен. Значит, намыливается. Намыливается, голубчик. Вот она благодарность. Мало того, что он мою долю хочет взять, он еще тебя решил прихватить с собой. Ох, падла! Подожди, Гришенька. Мне-то что делать? Как что? Ехать с ним? Или как? Езжай домой. И жди звонка. Где вы говорили встретиться? У вас спички не будет? Зажигалку быстро. Быстро. Ко мне не приходи, у меня пожар. Моя доля при тебе. Отдашь. Попрошу документы. Мур? Документы. А в чем дело? Документы. А в чем дело? И ваши тоже. Вы знакомы? Я попросил товарища прикурить. Это ваш багаж? Багаж? Да, это мой багаж. А ваши вещи? У меня нет вещей. Это не мои вещи. Пройдемте в машину. Помоги Куликов. Советую вам поскорее обменять справку на паспорт. Вы слышите? А это что за люди? Наши? Ничего не понимаю. Быстро за ними. Угу.
Спасибо, Вася. Спасибо. Спасибо, Миша. Спасибо. Спасибо, Коля. Спасибо. И тебе, Гриш, спасибо. До встречи. Эй! Удостоверение-то верни. Ой, извини, забыл. До следующего раза. Не прячься, Гриша, не прячься, повернись к двери, повернись, повернись, смелее, ближе, ближе, вот так, а теперь ключ поверни. Боже мой, Борис Васильевич, какими, с какими судьбами? Вы ко мне? Как обещал. А что, гостей в прихожей принимаешь? Нет, почему? Прошу, прошу. Не скажу же чересчур рад, но прошу. О, что-то новенькое. Да так, пустяки. Коровин. На пенсию приобрел? По случаю. А этот случай статьей не предусмотрен? А вы, Борис Васильевич, пошутить зашли? Юмор какой-то у вас камерный. Вы один зашли или гераклы ваши за дверьми там томятся? Вы извините, но разговор длинный будет. Может быть, кофе? Ты почему от меня в тот раз ушел? Денежек я твоих тогда не нашел. О, так это вы насчет них нашли, Борис Васильевич, как дорогой. Обещал. Как обещал. Но, если тогда не нашли, так чего сейчас-то искать? Поезд ушел. Ошибаешься. Ушел. Ошибаешься, Гриша. Я этот поезд 3 года в тупичке держал. Что-то я чемоданчика не вижу. Где чемоданчик? Какой чемоданчик? Только без тела движения. Усугубишь. Открывай чемоданчик. О, да, Гришенька, ты загремел. Собирайся. Ошибаетесь, Борис Васильевич. Не мои это грошики. Ничего не выйдет. Не мои. Так. А чьи? Молчишь. Тогда пойдут как твои. Собирайся. Бельишко, сухарики. А я говорю, не мои. И вы это отлично знаете, раз сюда пришли. 3 года назад
по делу о краже на Мытищинской базе. Тебя отпустили за недоказанностью. Главной улики денег не нашли. Сегодня прихожу, а в чемоданчике та же улика, а? Ну, что делать товарищу прокурору? Придется пустить гражданина Живоглазова ГМ под северное сияние пеньки корчевать. Как же вам не стыдно? Вы же знаете, что не те это деньги. Сколько здесь? 500 тысяч. Одолжил. У кого? А что, нельзя? Почему нельзя? Зашел к приятелю, дай до получки 500 000. Пенсию получу, отдам. Кто приятель? Да, Борис Васильевич. Маху я дал. Маху. Мне бы сидеть здесь тихо. Я бы 100 лет вас не видел. Ой, Господи, правильно говорят англичане, не будите спящую собаку. Это ты про меня. Это вы, Борис Васильевич, у англичан спросите. Сейчас спрошу. Четвертый. На приеме, четвертый. Бери понятых, поднимайтесь наверх. Нет, стоп! Стоп, стоп, стоп! 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 Понял. Назову. А если я назову, а вы его не поймаете? Гриша, моли Бога, чтобы он от этих денег не отказался. И на тебя их не навесил. Иначе ведь получишь не 3 года за мошенничество, а червонец. Подожди, Борис Васильевич. За кражу в особо крупных размерах, подожди. А? Да погоди ты, Борис Васильевич, ну погоди, дай подумать. Значит, расклад примерно 3, например, 10. Значит, сначала. Значит, с одной стороны 3, с другой 10. 3, 10. Придется дружков закладывать. Непорядочно. А как вы мне посоветуете, Борис Васильевич? Правду. Только правду. Правда, правда. Я тоже так считаю. Раз 3 на 10, значит, только правду. А что еще остается? Конечно. Даю настройку. Раз, два, три. Я, Григорий Матвеевич Живоглаз, считаю своим долгом, высоким гражданским долгом, передать деньги в сумме 500 тысяч рублей полковнику Зотову Борису Васильевичу, случайно зашедшему ко мне в гости. Ты, как это случайно? Побойся Бога. Григорий Матвеевич, ты что? Для дела. Для дела. Ах, для дела? Тогда валяй. Здравствуй, Чебис. Опять? Не опять, а снова. А чему вы радуетесь-то? Я так сижу 2 года на параше, потом на волю. А вы всю жизнь в тюрьме чирикать будете. Да, вот и жена мне то же самое поет. Ну, а что делать? Должен кто-то и о тебе позаботиться. Ну, скажем, камеру выделить, накормить. Дорого ты своей родине обходишься, Чибис. Да? Да. Да? Ничего. Я вот тут 500 000 ей пожертвовал. За такие деньги она могла бы мне не только камеру, а особняк с девочками выделить. Ну, иди. Там в особняке тебя дружок дожидается. Иди. Добро пожаловать, гражданин референт. С новосельем вас, гражданин референт.
Вы в министерстве на первом этаже сидели, а здесь четвертый. А, с повышением вас, значит, с повышением. А что это вы мне в глазки не смотрите? Или я вам 2000 не додал? Начальник, давай мою баланду с утра не жрамши. Начальник, гражданин референт обед с кувертами, с блюдовкой и заразли. Слышите? Референт кушать хочет. Ну чего тебе? В обед референту. Ладно. С китайским кодом! Я идиот! Я кретин! Я кретин! Ну, я поверил, что у советской власти могут быть такие вот референты! Я кретин! Я вождь! Я кретин! Вождь! Большая жирная вождь на теле нашего социалистического общества! Я кретин! Я таких, как ты, за 100 грамм нанимал! За четвертинку! Могилы копать в дождливую погоду! Рыло! Рыло! Каторжник! Рыло! Рыло каторжник! Рыло! Кончай баловать, гомосеки. Все, короля. Чему я не восторг? Чему? Что, не коронный папа, что ли? Нет, Гриша, ты не Иуда. Ты Иуда, Гриша, зачем ты меня заложил? А зачем, зачем? А что бы ты сам делал, если бы тебе корячил в 3 или 10? Что? Выбрал бы себе красивую, нет. Что сейчас ты лаешься? Чего тебе ты махаешь? Не лаяться буду, я, сука, тебя сгнаю здесь, как поганую крысу. Гриша, где вы научились такой фене? Друзья мои, какие педагоги сиживали здесь прежде? Какие? Ладно. Не будем сморкаться в жилетку и спросим себя, зачем человеку тюрьма? Тюрьма дается человеку, чтобы он имел возможность посидеть и имел время хорошо подумать. Вот я подумал, и у меня для вас такое предложение. Такое предложение. Это такое дельце, за которое вы будете благодарить меня всю жизнь. Только без твоих поцелуев. Значит так. Зачем? У нас ничего нельзя купить, но все можно украсть. Вот, вот. Ha ha ha.